Всем привет! Сегодня поговорим о аэросъемке в туман. Для того, чтобы получить красивые кадры с воздуха, нужны определенные погодные условия и нужный свет. Одни из таких условий – это съемка тумана над городом. Но не любой туман подойдет для съемки над городом. Он не должен быть слишком высоко, так, чтобы не закрывать весь город. Такой момент можно подловить осенью и весной. Рано утром, когда еще туман и всходит солнце. Взлетать нужно тогда, когда уже видно солнце и видно синее небо. Сверху на туман будет светить солнце, и он будет медленно растворяться и появляться город. Также, если в вашей местности есть река, нужно посмотреть, откуда дует ветер. Потому что более густой туман будет образовываться над речкой. Старайтесь летать возле высоких зданий. К сожалению, в нашем городе самая высокая – это труба ТЭЦ. Как показала практика, в ветреную погоду туман находится очень высоко. Иногда даже получается снять низколетящие облака, как на этих снимках, в снег. Очень большая удача – это снять ночной туман. Эти кадры я ждал примерно около года. Взлетать нужно тогда, когда на земле густой туман, но если посмотреть наверх, видно звезды и луну. Ну а теперь о рисках. Туман – это капельки воды, поэтому после спуска ваш дрон будет мокрый. Поэтому я стараюсь летать выше тумана и спускаться быстро сквозь туман. В минусовые температуры может быть обледенение, что может привести к плохим последствиям. Поэтому производители летательных аппаратов не рекомендуют летать в туман. И всю ответственность данного полета вы берете на себя. После взлета я рекомендую отключить все датчики, особенно нижние, так как они туман будут воспринимать как препятствие. И при снижении высоты он будет выполнять посадку. Сам дрон не упадет, но он будет спускаться очень медленно, что вам не хватит батарейки вернуть его назад. И при посадке будьте очень осторожны, так как с выключенными датчиками дрон землю видеть не будет. Спасибо всем за внимание, всем красивых кадров, пока!